Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Однако наша программа стремится показать, что многие стороны повседневной жизни являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяют и формируют ее развитие. И сегодня у нас тема, которую мы, в общем, поднимали неоднократно, это связанная с религиозностью, да, в общем, о роли религии в нашей жизни, в том числе повседневной, но, я бы сказала, под таким интересным углом, а именно разговор об атеизме, об истории советского атеизма, как эта пропаганда атеизма и атеистический образ жизни повлиял на общество, насколько атеизм оказался успешным проектом, идеологическим проектом, и вообще каким образом вот эта история атеистических учений отражается сейчас на современном российском обществе. Вот такой сложный круг вопросов мы сегодня будем обсуждать с нашими гостями. И сразу скажу, что, как обычно, у нас наша беседа отталкивается от книги, которая нам кажется очень важной. А именно, это книга Виктории Смолкин, которая называется «Свято место пусто не бывает. История советского атеизма». Так вот, среди наших гостей автор книги Виктория Смолкин, она доцент департамента истории Уэслианского университета. Виктория, здравствуйте. Здравствуйте. Второй наш гость Михаил Смирнов, религиовед, доктор социологических наук, профессор. Здравствуйте. Здравствуйте. И третий наш гость Сергей Лагин, редактор серии «Студия религиоза», собственно, в рамках которой и вышла книжка Виктории Смолкин. Ну и я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Знаете, я хотела бы просто начать вот с какого-то, может быть, простого, но вполне ожидаемого вопроса. А все-таки почему советская власть и большевики так неистово сражались с религией? Ну, мы знаем, например, случаи в странах народной демократии, ну, скажем, в Польше, социалистической Польше. Там церковь, конечно, была немножко урезана в правах, но, тем не менее, например, там члену партии можно было быть религиозным человеком, ходить в церковь, это официально вполне разрешалось. Вот, Виктория, конечно, прежде всего задаю вопрос вам, как автору книги. Почему все-таки для большевиков было так необходимо, ну, искоренять церковь, быть настолько непримиримым к религии? Вот с вашей точки зрения. Да. Ну, я бы сказала, что я не уверена, что им особенно важно было искоренять религию и церковь изначально, потому что идея была, что они должны были сами собой идти с переменной власти. Поэтому вот проблема началась, когда а религия не исчезла, и надо было как-то действовать против. Но как бы в книге я описываю эту проблему как проблему монополии авторитета, политического авторитета, идеологического авторитета и даже духовного авторитета. И партия как бы видела этот институт, эту как бы идеологию, теологию и даже этот образ жизни, культ повседневности, как конкурирующий какой-то конкурирующий феномен, который надо было маргинализировать и потом и как бы создать новый центр. Ну, вообще, вот мне очень интересно, насколько большевики, которые в массе своей, ну, вот, как бы, руководящее звено, не были уж настолько непросвещенными, да, люди вполне себе образованными. Вообще, у них был прецедент французской революции, которая, в общем, тоже так себе искореняла эту самую религию со страшной силой. И, в общем, на самом деле эксперимент не очень удался в каком-то смысле. Религия не исчезла и так далее. Вот хотела, может быть, Михаила Смирнова спросить. Вот с вашей точки зрения, да, этот исторический урок как-то большевикам ничего не сказал? То есть они считали, что они смогут побороть большого соперника религию? Но ведь все-таки история французской революции была очень хорошо известна большевиками, они во многом ее моделировали. Так вот, этот исторический урок они как-то не выучили? Вот с вашей точки зрения. Э,
Вы ко мне адресуете вопрос? Да, к вам. К вам, Михаил. Извините, просто немножко, наверное, прервался. Значит, я думаю, что если говорить о образцах и примерах, на которые ориентировались руководители революции, особенно вот Октябрьской революции, то это не Великая Французская революция, а скорее Парижская коммуна, которая поставила вопрос о свободе совести, как бы предполагавший, что религия – это не есть предмет искоренения, но есть скорее предмет управления и контроля. И вот когда вообще вопрос ставится о том, почему большевики так рьяно боролись, да, с тем, что связано с религией, все-таки я бы предложил различить в религии некоторые компоненты. Религия – это не что-то такое единое целое, которое вот не дифференцировано. Там есть, скажем, то, что связано с удовлетворением разных иррациональных мистических потребностей. Эти потребности вообще константные. И их сжить – это значит просто носителей уничтожить. На что даже такие радикалы, как большевики, окончательно не готовы были идти. А есть, допустим, организации религиозные, которые были весьма значительны, мощны, сильны в революционной России, и которые воспринимались прежде всего как политические оппоненты и реальная сила, которая могла препятствовать приходу к власти. А уж то, что они были религиозны, это как бы второй уже уровень отношения. И больше того, этот уровень не обязательно выделялся, потому что борьба за власть – это борьба реальная, это война, гражданская война. Обратите внимание, что в гражданской войне там вот такой религиозный или антирелигиозный фактор, он не очень-то звучал. Иначе это просто толкнуло бы от новой политической силы огромные массы крестьянской страны, в общем-то, религиозной. А вот антиклерикальный, антицерковный фактор очень сильно был подчеркнут, и больше того, он нашел созвучие в умонастроениях огромной массы населения в стране, как это ни парадоксально. Вот эта антиклерикальность, когда церковь воспринималась не сколько как оплот духовной жизни, сколько как некая политическая, иногда полицейская, казенная такая институция, и рухнула монархия. А ведь я позволю себе напомнить, что глава монархии, император, был главой православной российской церкви. И вот оказалось, что церковь и сама себя не спасла, и монархию не спасла, и нас, значит, не спасет. Но это не означало, что население страны такое вдруг антирелигиозным стало. Да? То есть вот сама потребность оставалась, но она стала по-своему трансформироваться в сакральном восприятии, скажем, вождей революции. Когда вот возникает этот революционный романтизм, когда то, что раньше относилось к святыням веры, религиозной, там, христианской, стало относиться к новым святыням. Да, появляются эти новые, так сказать, иконостасы в кавычках, да, и новые символы. Вот, то есть здесь не было такой однозначности. Вот пришла новая сила, которая стала уничтожать религию. А самоотношение, вот Ирина Дмитриевна заметила в начале, что самоотношение было ведь со стороны людей далеко не невежественных вот, к сфере религии. Да? Вполне, так сказать, компетентных, тот же самый Владимир Ильич Ульянов Ленин, он достаточно хорошо был, ну, скажем так, даже не информирован, а просто включен в религиозную жизнь до определенного периода своей биографии. Да, и вот поэтому вопрос вообще о религии как мировоззрении он не очень-то занимал. Он больше занимал, может быть, скорее, когда оказалось, что подорвав возможности церкви, все равно новая сила политическая имеет дело с каким-то влиянием, с которым она не может совладать. Вот с церковью можно было совладать, можно было ее поставить под контроль, прорядить, обескровить, а с чувствами людей, с потребностями, с мировоззрением – нет. И тогда начинается уже другая работа. Это работа по изменению сознания. И вот Виктория, мне кажется, в своей книге она как раз это и очень хорошо показала. Да, совершенно справедливо. Но здесь мне вот хотелось бы немножко этот вопрос прочертить. Собственно, вы считаете, что
как бы религиозное сознание оставалось в народе, и потом в виде любых карг и культов, это мы тоже поговорим, как это складывались, да, какие-то народные верования. Собственно, неприятие было института церкви. Да. Но, собственно, из дореволюционной литературы, живописи, эссеистики, в общем, было понятно, что репутация церкви как института была очень низкой, особенно, например, в сельской среде. И это вот довольно интересный момент. Не было ли здесь утопического сознания, как раз монархического, где, например, крестьянство, ну вот как бы воспринималось как носители этого самого, я не знаю, там, христианского мировоззрения, а истинная ситуация в деревне была намного сложнее. Вот, Сергей, как-то с этой точки зрения вы рассматривали проблему? Ну, мне кажется, если говорить, то тут скорее не утопический характер, а некий мессианский характер, что могло объединять какие-то настроения большевиков и что могло отзываться в народе. Как вы считаете? Мне кажется, тут... Ну, вот я думаю, что если уж где-то и пытались найти мессианскую силу, то не в крестьянстве, скажем, вот большевистского руководства, а вот в некой мифической фигуре пролетариата, да, или даже, точнее, рабочего класса. Очень часто употреблялось понятие сознательных рабочих, да, которые вот именно в силу сознательности образа их трудовой деятельности там, и образа жизни, они передовым классом являются. Но, как оказалось, и даже в этом слое, в общем, союзника трудно было найти, поэтому опора на сознательного рабочего была заменена опорой на аппарат, который бережно культивировался и создавался товарищем Джугашвили. Но мы понимаем, что вообще категория рабочих была почти конструктом, потому что тогда рабочего класса, ну, практически не было, да, он был в зачаточном состоянии. Поэтому опора на мифическую социальную группу изначально была обречена на провал, да, и эта силовая структура, которая, собственно говоря, да, и осуществляла контроль, это была и замена той социальной среды, на которую, в общем, опереться было нельзя, с этой точки зрения. Виктория, вы хотели что-то сказать? Да, я вот как раз хотела сказать в реплику, что мне тоже кажется, что вот этого социального слоя как такового не было, а его надо было создать. И мне очень показательно было, я в книге об этом пишу, когда вот эти новые рабочие, новые ленинцы, скажем, которые пишут письма Ярославскому, Емельяну Ярославскому, о том, как им справляться, например, там, в семье. Вот я там атеист-безбожник, а жена у меня верующая, вот что мне делать? И можно там атеисту-безбожнику выйти, там, жениться на верующей девушке? И Ярославский давал такие очень прагматические советы. Один из них, он сказал, ну вот в принципе в партии там на каждую женщину 8 мужчин, так что вам нужно будет как-то сталкиваться с религиозными женщинами в семье, с матерью, там, с тещей, и вам их надо воспитывать. И поэтому вот это вот, этот рабочий класс, вот даже вот эти единицы, которые появлялись в деревне, они надеялись использовать их как воспитательные инструменты, чтобы создать вот этот именно пролетариат. Ну, это как-то звучит замечательно, как архаические религии, где женщина не человек, и как бы она не ответственна за свои поступки, и, значит, верующая. А вот сознательный мужчина должен взять на себя ответственность и перевоспитывать. Это такая архаизация сознания потрясающая. Вполне. Это точно, это действительно так. Скорее ведь на самом деле, наверное, мы можем говорить не о религиозном мировоззрении, как чем-то, чем руководствовались, а вот о таких мифоритуальных, вообще очень глубоких, архаических, архетипичных, да, как обычно любят говорить, началах массового сознания, да, в которых и религиозность-то растворялась, потому что даже отношение к тем же обрядово-ритуальным сторонам жизни, они были не религиозные, они были магические, когда люди ожидали от совершения обряда какого-то правильного, конкретного результата, положительного, естественно, да. Вот. Оно, кстати, до сих пор остается таким же отношением, да, у большинства тех, кто себя полагает верующими.
Вот, а что говорить о стране, так сказать, не прошедшей еще горнилой культурной революции и ликвидации безграмотности? Так что, пожалуйста. Нет, знаете, я как раз все-таки вот хотела уточнить, когда мы говорим об этой конкуренции, да, что большевики видели в институте церкви, ну, все-таки такую конкурирующую организацию, тем не менее. Но есть много исследований, которые считают, что, так сказать, большевистская идеология, ну, это был такой карго-культ, то есть это была религия, которая была помешана, казалось бы, замешана на рационалистической картине мира, а на самом деле была абсолютно религией. Ну, там, например, вот мы в свое время издавали книжку Михаила Рыклина «Коммунизм как религия. Интеллектуалы Октябрьской революции». Ну, Юрий Слезкин недавно, да, относительно, значит, «Дом советов», где он показывает, что большое количество революционеров исповедовали, ну, такую вполне сектантскую религиозную мировоззрение. Вот, Виктория, у меня ощущение, что вы в книжке все-таки немножечко спорите с этой концепцией, что это не совсем вот замена автоматическая одной религии на другую. Вот вашу точку зрения поясните на это. Да, спасибо за вопрос, потому что это для меня как раз этот вопрос был толчком для исследования. Я, когда начала заниматься этим вопросом, для меня было не совсем понятно, если большевизм становится какой-то религией, то как он этим занимается, как это воплощается в жизнь. Хорошо институты, хорошо какая-то вера, обряды. Ну и потом какой-то бытовой уровень, который очень тяжело, как бы, в который тяжело проникнуть. И я бы сказала, что вот эта идея конкуренции, что интересно, она становится более актуальной поздний советский период. Это когда уже не исчезает, вот, когда власть, как бы авторитет института уже нейтрализирован, как бы церковь под нами, потом вера в Бога уже как бы подорвана, мировоззрение научное уже как бы внедряется, но все-таки люди продолжают там, там ходить в церковь, крестят детей, там, венчаться и так далее. Вот это вот бытовой уровень. Куличи, самое главное, знаете, освещает куличи. Я помню, это было повальное, да? Даже те, кто не верили, это считалось необходимостью совершенно. Да, вот совершенно верно. Вот люди, как, вот этот, когда дошло до этого, и это я как бы понимаю, как вот такая духовная конкуренция, да, и понятие было со стороны власти и идеологического аппарата, что нам надо что-то дать взамен вот этой как бы сферы, вот этой потребности. Ну, мы создали обрядность. Была такая социалистическая обрядность, целый проект, который создавался, потом они внедрялись и так далее. Мы можем об этом говорить, если интересно. Но чего не было? Не было, в конце концов, духовной заботы. И вот это вот, на это все время обращалось внимание, что вот нету такой пастырской заботы. Кому обращаться, когда тебе плохо? И даже вот в книге я привожу много примеров. Вот я не знаю, если у тебя там горе в семье, или даже какой-то там, я не знаю, какие-то проблемы в личной жизни. И они говорят, ну вот куда нам идти? Ну, раньше можно было пойти там в церковь, можно было как-то найти какое-то утешение. А сейчас куда идти? Там в комсомол там, или там, в горком и говорить, там мне больно, мне плохо? Ну, вот, и вот это вот вопрос, вот эта забота о духовной жизни человека на самом таком элементарном уровне, она отсутствовала. Поэтому я не вижу... Вот как бы в каком-то теоретическом смысле, да, это как бы была эрсац-религия, да, она как бы себя так представляла, но на практическом уровне они всегда понимали, что они чем-то как бы не догоняют, да, они чего-то не хватает, в конце концов. И они вот это вот что-то, которое не хватало, они хотели это артикулировать как-то вот последние десятилетия советского периода.
Слушайте, Виктория, а я вот сейчас, например, задумалась, правильно, вот как бы вы говорили о том, что да, вот это святое место было пусто, не было вот этого главного центрального как бы, точка, и, но ведь как раз сталинская Россия, это святое место было заполнено самым культом личности, который свирепого бога, такого хтонического, да, как насилие, но при этом и священное, и в данном случае, да, конечно, роль насилия была колоссальной, но тем не менее, это сидело. Не получилось ли вот ситуация растерянности после разоблачения культа личности? Когда партия приняла, в общем, правильное стратегическое решение, все, больше никаких культов, мы правим, так сказать, местно, но люди привыкли к этому. То есть им не дали замену этого, да, либо другого лидера, либо какой-то священной фигуры. Вот нет ли в этом парадокса, грубо говоря, той индифферентности и тех проблем, которые возникли в 60-х годах, когда партия не могла найти замены? Ну, я бы сказала, замен был... они нашли замен научно-техническую революцию. Да, вот это был замен. Вот как бы, поэтому, мне кажется, настолько важна роль космонавтов, да, и вот это вот весь энтузиазм вокруг науки, вокруг прогресса, вокруг там современного общества, и что мы строим, и какая у нас там технологический приоритет. Вот это вот, мне кажется, был один из способов как-то заполнить вот это вот центральное место идеологическое. Но, конечно, это не культ личности, и, ну, можно сказать, что там культ личности там Гагарина, да, но это не то же самое. В политическом смысле, это как бы более культурный, идеологический феномен, чем политическая власть, там, авторитет и управление. Знаете, я просто всегда думаю о как раз Гагарине, который очень бы претендовал как некоторый символ вот нового человека, да, такая русская мечта, но ведь она не состоялась ровно по политическим амбициям, потому что это была центральная фигура хрущевского правления. И, значит, визитная карточка Хрущева. А когда Хрущева сняли, я хорошо помню, что 70-е годы, как-то Гагарин ушел очень сильно в тень. То есть его и какие-то такие фигуры не стали замещать. Да, вот это произошла любопытная история, когда даже можно было сделать. А они сделали исключительно борьбу уже внутри авторитетов и партийного аппарата. Может быть, я ошибаюсь, но это довольно любопытная ситуация, что была ревность к собственному же герою, который, во-первых, не был назначен партией, и энтузиазм был невероятен народный, да, а с другой стороны, он слишком ассоциировался с Хрущевым. Может быть, я ошибаюсь, но вот мне кажется, это какой-то такой любопытный. Вы знаете, я как раз сейчас занимаюсь этой темой, почему космонавты ушли в тень. Для меня вот этот вопрос как раз сейчас возник в моем внимании. И я бы сказала, что проблема не столько, что они как-то ассоциировались с Хрущевым и с этой программой, а то, что вот этот энтузиазм упал очень после того, как американцы были первыми на Луне. И вот это вот, это как бы убрало основу гордости, да, что мы первые во всем. Вот это показывает, что у нас как бы правильная идеология, правильная там политическая экономика и так далее. Вот, и когда после того, как в 69-м году, ну, во-первых, там ушел Королёв, потом умер Гагарин, и потом американцы как бы взяли приоритет. И после этого это уже стало немножко, вот опираться идеологически на это стало гораздо сложнее. Вот мы вынуждены прерваться на перерыв на самом интересном месте. Прошу наших радиослушателей не переключаться. После перерыва мы продолжим очень интересный, серьезный разговор об истории советского атеизма, его связи с религией и, собственно, политических результатов всех этих атеистических доктрин. Мы продолжаем нашу программу «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня беседуем об истории советского атеизма, отталкиваясь от книги Виктории Смолкин, которая называется «Святое место пусто не бывает. История советского атеизма». И напомню, что у нас в гостях сама Виктория Смолкин, она доцент департамента истории Веслианского университета –
Наш второй гость Михаил Смирнов, религиовед, доктор социологических наук и профессор. И третий гость Сергей Лагин, редактор серии «Студия религиоза», в которой серии книжка Виктория Смолкина вышла. И я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Знаете, ну вот на самом деле мне очень понравилось, вообще интересно, вот это 60-е, 70-е, 80-е годы до перестройки, как партия, казалось бы, победив полностью церковь, вот о чем уже Виктория говорила, начинает обнаруживать, что вот это все это место оказывается пустым. И заполнить его некуда, и туда вливаются всякие вражеские идеи, как писали они, значит, в своих рапортах. А вот, знаете, хотела бы пообсуждать этот вопрос, и Виктория отчасти его уже поднимала. Вот, Сергей, вы у нас как-то меньше всего говорите, мы не даем вам слова, хотела бы начать с вас. А вам не кажется, это, конечно же, рассуждение, что вот этот проигрыш, который атеистическая пропаганда начинает ощущать, связан с тем, что атеизм был напрямую, ну, как бы прикручен к такой доктрине жестокости и собственно, насилия. А гуманизация общества, в общем, да, шла полными темпами. Вот то, что людям нужна была потребность, то есть эта потребность всегда была нужна, но то, что люди стали высказывать идею, что вот мы хотим куда-то пойти пожаловаться, это уже был какой-то очень серьезный сдвиг в общественном сознании. Вот как вы считаете, да, что здесь произошло? Ну, мне кажется, что все-таки к тому моменту уже произошел дрейф от насилия к чему-то новому, в частности, к технологическому прогрессу, вот, к тому космическому завоеванию советской науки, советского нового человека. Поэтому вопрос насилия отошел, мне кажется, на второй план. Тут еще важный момент, как мне кажется, это, собственно, новый быт и новая повседневность вот, хрущевского времени, внимание к обычной жизни обычного человека и нововведения, которые советский атеизм пытался дать этому человеку, чтобы не упустить его совсем из рук. Скажем так, Виктория об этом тоже пишет, социалистическая обрядность ЗАГСов 60-е, дворцы торжественной регистрации рождения детей, вот эти всякие дворцы-малютка и тому подобное. То есть сместить фокус на обычную, на простую жизнь, на естественные потребности простого человека. Мне кажется, возможно, это тоже связано с вот этим уходом от насилия и желанием забыть поскорее и сосредоточиться на чем-то близком, на чем-то простом, понятном и бытовом. Мне кажется, это важная черта того периода. Это тоже гуманизация, да? Это признание того, что советский человек имеет право на счастье, что вообще-то была революция, культурная революция после военной, после сталинского общества. Михаил, вы хотели что-то добавить? Да, да, я немного добавил бы. Вот то, что мы говорим об атеизме после военного периода, требует уточнения. Все-таки вот где-то с конца 50-х, начала 60-х годов это не просто атеизм, это научный атеизм. И само вот это понятие, оно уже указывает на акцент, который был внесен там, в идеологическую работу, в какие-то мировоззренческие кампании. То есть это не просто отвержение, отрицание. Другой совершенно носитель религиозности. Это совершенно отчетливо понимали. Это вот люди, которые выдержали войну, которые подняли страну после войны. Да? То есть они не являются никакими противниками, так сказать, советской власти, она их собственная власть. Какую смогли, такую и создали. Да? И поэтому вот научный атеизм – это скорее вот попытка скорректировать мировоззренческие настроения, психоэмоциональные настроения. Вот не в плане разоблачения там, религии, уничтожения,
а в плане выстраивания функциональных эквивалентов религиозного. То есть вот само это осознание, о котором мы сейчас говорим, осознание того, что советскому человеку надо куда-то пойти, как кому-то пожаловаться, да, надо заменить вот то, что вроде бы устарело и нефункционально там в религиозной обрядности, чем-то новым, социалистическим, советским. Вот это вот осознание-то возникло, в том числе и в идеологическом аппарате, который, насколько он был способен, и пытался это реализовать. Поэтому действительно и возникает вот научный атеизм. Я, наверное, думаю, наверняка Ирина Дмитриевна в ВУЗе изучала научный атеизм. О, Господи, а кто же не изучал в советское время? Марксистско-ленинскую философию конспектировали с утра до ночи. Все равно ничего не осталось от этой псевдонауки. И тем не менее, вот это оказывается пробуксовывающим именно потому, что решалось это именно так же, как это решалось на уровне антирелигиозной. То есть надо кампанию провести, надо организовать, дать правильные установки, и тогда все заработает. И мы помним, как очередное постановление ЦК КПСС выходило, и оно воспринималось, не работает, оказывается. И вот это такое глубокое раздумье, да, что же происходит, когда правильные решения принимаем, а тем не менее нету желаемого отклика. Вот на этой стадии раздумья, собственно говоря, и застыл советский идеологический аппарат где-то там в конце 80-х годов, когда уже потом не до этого стало, да? Вот, тогда появляется обратный ход, вот, когда начинается так называемое религиозное возрождение. Да? То есть, по сути дела, религиозное вот это возрождение, оно не из глубинной потребности, может быть, населения, а из того, чтобы использовать как функциональный эквивалент упущенного вот то, что, казалось бы, отбросили. Вот вы обратите внимание все-таки, коллеги, я, может быть, спорную вещь скажу, но вот когда мы говорим о подъеме религии, о распространении религии там, в постсоветское время, да, то ведь, скорее всего, здесь очень важным объясняющим моментом является потребность заполнить пустоту, какую-то вот лакуну, которая образовалась после утраты довольно значительной системы ориентиров и идеалов советских людей. Когда вот колеи размылись, и нужно было что-то. И тогда вот этот поезд там вернется предков, вернемся к вере отцов. Да? Но на каком уровне? На уровне уже современного человека, все-таки советский человек начала 90-х, это не так. Да? И поэтому воспринимает он религию не так, как его родители или там бабушки, дедушки. Вы знаете, да, а я хотела просто сказать, что... Совершенно другое отношение к религии. Да-да. Да, просто, знаете, я хотела сказать, что, ну, хорошо помню это время, вообще мода на церковь, вот хождение в церковь, поиск своего, это вообще для интеллигенции было очень характерно. И как раз, да, в то время большое количество интеллигентов в знак некоторого протеста, даже внутреннего, да, становились религиозными людьми, очень серьезно посещали храмы, это мы все знаем, это прекрасные люди. Но вот у меня есть такое ощущение, может быть, Виктория меня поправит, если брать какие-то другие социальные группы, то скорее там были какие-то, ну, а с другой стороны, параллельно, между прочим, было страшное увлечение всякими оккультными и восточными науками. Причем это делали те же самые люди, там все неофициальное искусство, неподцензурное, да, страшно интересовалось восточное, так сказать, да, вот все это. Вот. В общем, мне кажется, это было такое невероятное переплетение вот каких-то странных представлений о вере, веровании значит, с попытками понимания религии. Вообще такой, по-моему, пестрый клубок предрассудков скорее, нежели религии. Может быть, я ошибаюсь, Виктория? Что это было? Ну, вы понимаете, вот эти категории предрассудок религии, они их очень тяжело определить. Если вы имеете в виду, как бы, религия, институт религии, там, с церковь, Библия и, как бы, литургия и так далее, тогда, конечно, люди искали и другие, как бы, духовные явления, да? Например, там, Хари Кришна или йога, или НЛО, как бы, все вместе взятое, да, но
Мне кажется, вот этот феномен, ну, во-первых, я хочу обратить внимание на то, что вот идеологический аппарат именно, именно критиковал интеллигенцию, потому что интеллигенция с как бы увлечением в религию, как бы вот это и мода, и носить крестики, там, ходить в церковь как какой-то культурный, ну, как показатель хорошего тона, они вот так выражались, это очень плохо влияло на молодежь. И считалось, что вот именно интеллигенция как бы портит проект и воспроизводит вот новые вот эти вот неправильные образы. Ну, интеллигенция, известно, виновата во всем всегда. Это нормально. Да, но и с другой стороны, постоянно критиковали и жаловались на то, что интеллигенция не создает, например, там, социалистические картины или социалистические фильмы, которые там показывают социалистические обряды, или какие-то там... единственный как бы атеистический писатель, которого, ну, который как бы которого читали, это был Владимир Кондряков. Других как бы они не считали, что это настоящая литература, поэтому вот этот факт, что интеллигенция не создавала, не принимала участие в этом проекте, не создавала литературу, фильмы, которые должны были воспитывать вот это молодое поколение в этом духе, это считалось как бы часть проблемы. И второй момент, что вот это вот, что люди искали разные способы, я не знаю, как бы найти духовное, как бы, ой, как это сказать? Ну, я бы сказала такое, ну, вот как бы формирование духовной жизни, найти способ структурировать духовную жизнь. Да, да, точно, да, спасибо, да. Вот структурировать духовную жизнь и как-то выразить собственные духовные потребности, найти ответ на собственные вопросы. И искали везде, и искали эти ответы одновременно. И там в церкви, и в йоге, и в НЛО. И не видели в этом какой-то там несовпадение или контраст, или какой-то какую-то проблему. И вот это вот особенно волновало идеологический аппарат, что люди не понимают даже, и есть целая как бы идеологическая кампания этой молодежи, которая и ходит в церковь, и ходит в ЗАГС, и ходит там крестить ребенка, и ходит туда. И как бы вот это вот мещанство и обывательство, которое в духовной сфере, вот это вот именно критиковалось. Знаете, а вот интересно, вы пишете, ну, здесь, может быть, и Михаил скажет, и Сергей, о том, что даже пропагандисты понимали, что, в общем, советский человек особого водораздела не видит между религией и, собственно, коммунистической обрядовостью, что очень хорошо интуитивно чувствовал, в общем, родственность этого. А вот, Михаил, хотел вас спросить, и Сергея, может быть, просто порассуждать, а был ли шанс... что партия, если была чуть гибче, можно было как-то это совместить деликатно. Вот, ну, как-то, так сказать, да, вот такое гибридное что-то создать, не бесконечно борясь с противодействием, а интегрировать, собственно, религиозные, так сказать, стремления, эти тренды в, ну, вот в какую-то такую обновленную коммунистическую доктрину. Вот с вашей точки зрения, это вообще реально было теоретически? Или это совершенно невозможно? Если ко мне вопрос, то я думаю, что нет, нереально. И нереально по той причине, что вот вся логика, скажем, идеологическая, заложенная в конструкте коммунистической партии, начиная от ленинских времен там, и до последнего периода существования, она предполагала отношение к мировоззренческим вопросам, вопреки декларациям, не как ведущим, да, вот формирование нового мировоззрения и так далее, а как инструментальным такому чему-то. То есть использовать для того, чтобы настроить, скажем, разные категории населения на правильные действия. Да? То есть это инструмент был. И с этой точки зрения работал, если инструмент, то есть религиозный работает инструмент,
Партия ведь по-разному в разный период относилась к религиозному фактору. Можно им поработать. И поэтому мы хорошо знаем, как замечательно жили, скажем, иерархии в 60-е, 70-е, 80-е годы. Да? Потому что они были часть истеблишмента, и с их помощью можно было определенную часть населения, примыкавшую там последователей церкви, ориентировать. И это касалось не только православной церкви. Вот. То есть это инструментальное отношение, оно показывает о том, что вот, показывает то, что мировоззренческое идейное содержание, оно все меньше и меньше влияло на партийную политику. Там были все-таки прагматики. И случайно именно из этой партийной среды, из аппаратной среды, вышли те, кто стал перекраивать и переустраивать уже под себя. И там и бизнес формировать, да, и новые управленческие структуры, и то, что стало постсоветской реальностью. Там далеко не романтики вот это все делали. Да, я думаю, что у партии, собственно, не заложено было в партии вот этот самый революционный романтизм мировоззренческий, построить нового человека с новым сознанием. Хотя декларации, да, именно об этом вроде бы свидетельствовали. Сергей, а ваша точка зрения? Можно я продолжу? Чуть-чуть возражу Михаилу Юрьевичу. Я согласен, что это невозможно было сделать сверху, но мы видим массу примеров, как это пытались сделать снизу. Например, в 60-е, 70-е в советской культуре все писатели-деревенщики, все люди, интересовавшиеся там, религиозным искусством или культурой с большой буквы, в которой они находили это духовное некое составляющее, в кинематографе, там, Тарковский, Шипитько, мы все понимаем, о чем идет речь. Мне кажется, в контексте тех же писателей-деревенщиков, они же предлагали некоторый такой альтернативный проект, с одной стороны, не противоречащий чему-то религиозному, с другой стороны, лояльный советскому. Не все, безусловно, не все из этих писателей, но многие из них были лояльны советскому и довольно близки к партийным кругам. Вся эта русская партия и тому подобное. Поэтому, да, этого не было сверху, но как такая низовая или средняя инициатива, это могло быть, пусть не успешно. Знаете, да-да, Виктория. Угу. Я хотела бы согласиться с Сергеем и с Михаилом, потому что мне кажется, что можно обратить внимание на то, что партия не была гибкой, но власть была гибкой. Если иметь в виду как бы вот общее понятие государства, и если не думать о... И это, конечно, спорная гипотеза, но если думать о власти вообще и не думать о 91-м году как каким-то разрывом, то, в принципе, вот это вот, вот этот феномен, который описывает Сергей, именно вот... можно видеть какую-то непрерывность. Вот эта деревенская проза, национальная, как бы, национальная культура и, вот, и власть постсоветская именно опирается вот на этот, на это движение, на этот феномен. Как на инструмент. Да. Но я просто хотела обратить внимание, что это в какой-то степени, да, партия провалила проект, да? Но, с другой стороны, я старалась в книге показать, что вот государство, да, отбрасывает партию, она просто становится ненужной, потому что есть вот эта альтернатива национальная, духовные скрепы, и это уже с 60-х годов создавалось снизу. Поэтому вот я просто хотела продолжить вот тему Сергея, потому что я абсолютно согласна. И если не думать о 91-м году, как о разрыве, да, что это уже другой мир, и вот все закончилось, и все новое началось, а наоборот вот заметить, что вот есть какие-то непрерывные такие феномены, которые переходят вот эту границу 91-го года, и как раз вот можно их найти, вот, их начало в 60-х годах. Слушайте, ну вот смотрите, я согласна с вами, что 91-й год был вроде бы радикальным разрывом, на самом деле, как мы видим, нет, вполне себе преемственный, я тут согласна. Но вам не кажется, что то, что мы сейчас происходит сейчас,
это опять попытка восстановить вот, как бы институт церкви вполне в согласии, я не знаю, императорской России. Проект был уже не успешен тогда, можно было бы это сообразить. А с другой стороны, выкинуто то, что было, кажется, возможным заместить вот это святое место. На самом деле культ культуры, о чем Сергей говорил, да, который был чрезвычайно важен, он стал ведь все-таки, если говорить об успехах атеизма, он стал некоторой обмерщенной религией. И это был прекрасный инструмент, который, между прочим, работал, а это я видела. Да? И уважение к культуре, оно до сих пор по остаточному принципу остается. И иерархия ценностей, да, когда представление о социальном лифте, это если ваш ребенок вот, да, выучился и так далее. И ведь на самом деле, мне кажется, это был прекрасный шанс. Культуру все время давили, да, ее как инструмент совершенно с ней не работали. Она вырабатывала какие-то критерии светской жизни, да, в которой было много очень религиозного содержания, именно вот духовного. И писатель был, так сказать, ну вот фигура просто полусакральная. Вот удивительно, что этот, казалось бы, коммунистический просветительский проект, ну, в каком-то смысле предал сам себя. В данном случае государственные партии просто не увидели, что они создали эту светскую религию. Надо было просто ей воспользоваться. Вот с вашей точки зрения. Это же был шанс. Как мне это видится? Ну да, наверное, можно и так, в таком ракурсе посмотреть. Ну, я думаю, что вот произошла некоторая трансформация просто вот этого искания в формировании эквивалента религии. Вот вы сказали светской, да, ну, есть понятие гражданской религии, да, вот, которая в поисках наиболее надежной опоры обратился, ну, к тому же ходу, который был и вот описанный Викторией период. Мы тут упоминали о космонавтике Гагарине, да, и Виктория правильно сказала, что когда космические успехи Союза стали несколько отходить на второй план, тогда и вот этот фактор перестал особенно вдохновлять. Но тогда ему на смену пришел другой фактор. Это, помните, 75-й год, это юбилей Победы, и с него начинаются все эти победные юбилеи. Да? И вот по сей день все больше и больше реанимируется именно вот эта самая сторона нашей истории, советской, причем советской истории, не дореволюционной истории, да, и на ней выстраивается уже, обрастает она разными там и парарелигиозными, и какими-то иными светскими подробностями, некий эквивалент гражданской религии. То есть все-таки вот этот поиск инструмента, который можно консолидировать огромную страну с очень сложным населением, он, оказывается, имеет очень мало... В арсенале очень мало чего имеет. Вот как обращались к теме победы в Великой Отечественной войне там, в 70-е, 80-е годы, так и сейчас это все. Причем, естественно, что нынешнее политическое руководство – это вот наши с вами сверстники, Ирина Дмитриевна, и они ничего другого не знают. Да? Вот для них вот это из их школьной памяти, да, извлечено. И да, вот это новое конструирование из старого материала, да, потому что каких-то особенных великих свершений в постсоветское время, ну, почему-то, к сожалению, не наблюдается. Да. Вот страна освободилась там от оков, а вот где эти великие победы постсоветского времени? И тогда вот вновь это все возобновляется. То есть мы входим в вот это состояние, я его все время называю мифологическим состоянием, то есть мифотворчество. И, наверное, здесь даже не религиозное, а скорее вот мифологическое сознание является такой доминантой, причем не только у населения, но и у тех, кто предлагает разные новые образы, там, скрепы, там, как упомянула Виктория. Да, но просто вот, к сожалению, мы уже, наша программа подошла к концу, мы не обсудили, как всегда, и суть, и доли проблем, но мне кажется, что главное противоречие нашего времени, что вот эта идея мирного, идея культурного ренессанса, которая в 90-е годы, между прочим, прекрасно работала в отсутствие партийного давления, а опять подменяется идея милитаристских побед. И мне кажется, вот это опять невыученный урок советского существования. Хотелось бы думать, что все-таки гуманистическая доктрина, идеология, как угодно, все-таки возобладает над милитаристом. И на этой оптимистической ноте я вынуждена закончить программу. Я благодарю гостей. Да, спасибо вам большое и до будущих встреч.